Алтайский государственный университет стал единственным вузом региона, вошедшим в программу «Приоритет-2030». Все 80 учебных заведений страны стали ее участниками. Об этом сегодня рассказал ректор опорного университета Сергей Бочаров на своем ежегодном отчете. 2022 госуниверситет вошел замотивированным и настроенным на дальнейшее развитие. Сказываются успехи года ушедшего. Число научных публикаций выросло в 2 раза, трудоустройство выпускников повысилось почти на 35%, а количество иностранных студентов, несмотря на пандемию, выросло. Если мы подводим итоги 2021 года, то, конечно же, мы констатируем прирост. У нас впервые доля иностранного контингента 18,5%. На будущий год, 2022, мы ставим еще большую планку. Ежегодный отчет же в этом году касался не только 2021 года, а сразу 4 лет. В университете официально завершена программа развития АГУ как опорного вуза. Университет работал на достижение 57 показателей в течение 4 лет. Так вот, статистика показывает, что 47 показателей были выполнены полностью. И вот оставшиеся 10 были максимально приближены к плановым значениям. Статус опорного АГУ получил в 2017 году. За 4 года намеченных целей достичь удалось, и госуниверситет вновь попал уже в другую программу развития – «Приоритет-2030». В рамках программы заточено 4 стратегических проекта, а эти 4 стратегических проекта разворачиваются в более мелкие проекты. Это множество проектов, это и научные проекты, и программы дополнительного профессионального образования, и просто образовательные программы. А это фактически означает, что реструктуризация ждет все аспекты работы вуза. Подготовка уже началась, заверяет руководство университета. И уже осенью новые студенты ощутят, как сильно изменился опорный вуз региона. Игорь Рославцев, Андрей Кулябин, Вести Алтай.